Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников, и сегодня мы точно займемся экспериментом, но связанным не столько с физикой, сколько с ее преподаванием. Обычно в школе мы изучаем физические явления по частям, и в отношении электричества это происходит так. Мы отдельно изучаем электрический ток, а отдельно напряжение, отдельно закон Ампера, а отдельно явление электромагнитной индукции. И в этом смысле мы движемся историческим путем. Эрстед открыл, как электрический ток действует на магнитную стрелку. Ампер установил, как электрические токи взаимодействуют между собой. Фарадей открыл явление электромагнитной индукции. Но опять же, если посмотреть на дело исторически, то мы увидим, что уже во второй половине XIX века все эти разрозненные открытия были собраны вместе изобретателями, инженерами, и все это превратилось в единую электротехническую цивилизацию. А мы в этой цивилизации уже давным-давно живем. И спрашивается, а не можем ли мы пойти при изучении электричества обратным путем от целого к каким-то отдельным элементам, а начать не с разговоров об этих элементах, а с общего представления о производстве, передаче и потреблении электрической энергии. И сегодня мы попробуем подвигаться в рамках такой картинки. И с этой целью я собрал вот такую установку, в которой на одной станине смонтировано три одинаковых по названию электродвигателя. Правда, в качестве двигателей будут работать лишь два из них, первый и третий. Мы запитаем электричеством первый двигатель, он начнет вращаться и с помощью жесткого вала приведет движение второй. А вот второе устройство будет работать не как двигатель, а как генератор электрической энергии. Эта энергия передастся по проводам к третьему двигателю, тот начнет вращаться. Давайте я их запущу. Значит, подаю напряжение, повышаю его. И третий двигатель пришел, движение завращался. А теперь смотрите, ведь все эти три элемента по своему устройству совершенно одинаковы. Они различались здесь лишь функционально. Два из них преобразовывали электрическую энергию в механическую, а один средний, наоборот, механическую энергию в электрическую. То есть они работали в прямом и в обратном направлении. Ну и естественно, будет обсуждать это устройство сразу же, как бы в двух его аспектах, как преобразующую энергию в одну, так и в другую сторону. И чтобы связать между собой эти два аспекта, нам нужно перейти на уровень микроскопической электродинамики и рассмотреть силу Лоренца, действующую на заряженные частицы, движущиеся в магнитном поле. Ну, пусть магнитное поле B направлено вертикально, снизу вверх, и пусть в горизонтальной плоскости движется частица с положительным зарядом Q и скоростью V. И тогда на эту частицу действует сила, перпендикулярная как направлению силовых линий магнитного поля, так и направлению скорости. А в какую сторону направлена эта сила, определяется по правилу Буравчика. И величина этой силы равна произведению Q на V на B. Ну, а если частица будет иметь не положительный, а отрицательный заряд, то при таком же направлении скорости и магнитного поля сила будет, соответственно, направлена в противоположную сторону. И теперь нам нужно приложить наши познания о силе Лоренца к объяснению вот этого нашего устройства с мотором и генератором. При том, что мотор и генератор здесь являются одной и той же машиной, только преобразующей энергию в противоположных направлениях. И я не буду вдаваться в конкретное устройство этих мотора и генератора, но произведу все объяснение на принципиальной схеме. Начнем с того, что изобразим два рельса, которые будут служить также проводами, соединяющими генератор с двигателем.
На эти рельсы положим два проводящих стержня. Оба стержня находятся в поперечном магнитном поле, направленном к нам из плоскости чертежа. Левый стержень соединен веревкой с переброшенным через блок грузом. Этот груз своим весом тянет стержень, опускается вниз и совершает работу. Стержень движется поперек магнитного поля, поэтому в нем возникает ЭДС индукции, и вся левая часть работает как генератор. При этом по замкнутой цепи течет электрический ток. В правом стержне на этот ток со стороны магнитного поля действует сила ампера. Под действием этой силы стержень движется влево и поднимает присоединенный к нему груз, и вся правая часть работает как электродвигатель. И вот мы объяснили работу электрогенератора и электродвигателя в школьном языке на уровне явлений. Но почему эти явления обратимы, пока что непонятно. И чтобы с этим разобраться, надо рассмотреть, что происходит внутри стержней и ввести в действие силу Лоренца, действующую на свободные заряды. Свободные заряды в проводнике – это отрицательно заряженные электроны, поэтому будьте внимательны и следите за направлениями сил. Под действием груза стержень движется влево, поэтому на электроны в магнитном поле действует сила Лоренца, направленная вниз вдоль стержня. Под действием этой силы электроны тоже движутся вниз. Именно эта сила создает ЭДС индукции, благодаря которой возникает электрический ток в контуре. Теперь полная скорость электронов направлена по диагонали, и полная сила Лоренца разворачивается перпендикулярно этой скорости. У силы Лоренца появляется компонента, направленная против движения стержня. Это и есть сила ампера, действующая в генераторе. Сила ампера уравновешивает приложенную к стержню внешнюю силу, так что стержень движется с постоянной скоростью. Поскольку в цепи течет постоянный ток, электроны тоже движутся вдоль стержня с постоянной скоростью. Это означает, что полная сила, действующая на каждый электрон, равна нулю. И мы должны добавить в нашу схему еще одну силу, направленную вверх и уравновешивающую продольную компоненту силы Лоренца. Эта сила имеет электрическое происхождение, и она возникает за счет разности потенциалов между рельсами, созданной нашим генератором. И здесь я должен подчеркнуть одну важную вещь, которая состоит в том, что сила Лоренца не совершает работы, потому что она всегда направлена перпендикулярно к движению электрона. Но вот ее компоненты могут совершать работу. Компонента, направленная вдоль стержня, совершает положительную работу. Она сообщает энергию электронам. А компонента, направленная поперек стержня, собственно, сила ампера, в генераторе совершает отрицательную работу, потому что она действует против движения стержня. И эти две работы равны по величине и противоположны по знаку. А теперь нам нужно проговорить всю ту же схему, но уже не для генератора, а для двигателя. Электроны под действием внешнего электрического поля движутся вдоль стержня вверх. И на них действует сила Лоренца, она же сила ампера, направленная влево. Под действием этой силы стержень тоже движется влево. Теперь полная скорость электронов направлена по диагонали. И полная сила Лоренца разворачивается перпендикулярно этой скорости. У силы Лоренца появляется компонента, направленная вдоль стержня против движения электронов. И эта сила создает противоэДС индукции, уравновешивающую внешнее электрическое поле. А сила ампера уравновешивается весом груза, поднимаемого вверх, и тем самым она совершает положительную работу. И теперь мы по-настоящему, на базовом физическом уровне, объяснили и работу электрогенератора, и работу электродвигателя, сказав, что все внутренние силы, действующие в этих устройствах, суть проявления одной и той же силы Лоренца,
которая создает силу ампера, как в том, так и в другом устройстве, ну и, соответственно, создает ЭДС в генераторе и противоЭДС в электродвигателе. А еще я должен сказать, что наша схема, которую мы обсуждали, она обладает КПД равным единице, в отличие от вот этого нашего реального устройства, в котором, конечно, есть разнообразные потери энергии. А мы считали, что никаких потерь энергии, даже потерь на омическое сопротивление в проводах, в нашей схеме не было. А если бы мы еще их учитывали, все стало бы еще сложнее. И прежде чем переходить к заключительному вопросу, мы с Алексеем хотим поблагодарить нашего старинного коллегу Салавата Ишикаева за комментарий, который он оставил под роликом «Сила ампера», потому что именно благодаря этому комментарию и размышлению над ним мы в итоге и изобразили вот ту схему, которую изобразили сегодня, и которая собирает вместе разные стороны технической электродинамики. А теперь смотрите, вот представьте себе, что я в нашей установке взял бы и закрыл вот таким образом и один двигатель, и другой двигатель, и провода между ними. И вы бы видели только вал, который входит в коробку, и вал, который выходит из коробки. Ну, а там внутри есть какая-то трансмиссия между ними, и вы не знаете, какая именно. Или то же самое на нашей принципиальной схеме. Закрываю всю электротехническую часть, образую такой черный ящик, и мы видим, что есть груз, который выходит из этого ящика, опускается вниз, и другой груз, который за счет работы, совершаемой первым грузом, поднимается вверх. Ну и тем самым мы вписываем эти конструкции, ну, в общий принцип действия разного рода машин, таких как рычаг или коробка передач, ну и другие машины, которые там изучаются в элементарном курсе механики. Ну и посмотрите, в нашей схеме принципиальной сила ампера, действующая в одном и в другом проводе, были равны, ну потому что по контуру течет ток неизменной величины по всем его частям. Ну и тем самым грузы должны в идеальной схеме подниматься и опускаться с одинаковыми скоростями, иметь равный вес, ну и это соответствует, как я себе представляю, равноплечьему рычагу, где возникает такая же ситуация. А если мы хотим эту схему превратить в неравноплечий рычаг, чтобы происходило, чтобы действовало золотое правило механики, и мы уменьшали скорость, но зато увеличивали силу, или наоборот, уменьшали силу, но зато увеличивали скорость. Какие изменения нам следовало произвести вот в этой идеальной, как бы принципиальной схематической конструкции? Вот этот вопрос я хочу вам задать, и ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментарии к этому ролику на YouTube.